Павловского полка, который часто нес службу в резиденции императора Царское Село, продемонстрирует перед вами ружейные приемы заряжания оружия. В начале 19 века заряжание оружия и произведение выстрелов было достаточно трудоемким. За себе 10-15 секунд, за это время укладывается 12 приемов. У нас все готово. Сейчас перед вами демонстрируются оружейные приемы, и сейчас вы увидите, как производился выстрел. А услышим? Услышим. Это я уже на всякий случай. Осторожно, там же милиция. Это реконструкция, ответные просьбы не открывать. Я немножко, наверное, расскажу о том, во что одеты чины рейхсгвардии Павловского полка. И самой характерной особенностью, конечно же, является гренадерка. Эти гренадерки в сражении под Фридлом были прострелены пулями, и с тех пор до 1917 года, до конца династии Романовых, такие гренадерки, как парадные головные уборы, носились чинами рейхсгвардии Павловского полка. Данная форма, которая представлена в данной реконструкции, это форма на 1812 год, то есть на Отечественную войну. Нижний чин забивает патрон, вернее пулю, да, шомполом, и готовится к выполнению стрельбы. И Алексей, вот так... Так, именно так. 6 раз в минуту он успевал? 6 раз. Все сделать и выстрелить? Да. А стрелял все равно куда или в цель? В цель. Дальность стрельбы, конечно, такая большая, но тем не менее. Вот там я вижу цель, кстати. Да. Вот тот прием, который он сейчас совершил, это спусти патрон. Вот так производился выстрел во время Отечественной войны 1812. Пехотный полк. Кадры шводного полка отбирались из всех частей по рослости, красоте и личной преданности. Полк не имел постоянного места пребывания и неизменно сопровождал императорской ее охраной. В 1895-96 годах в районе Египетских ворот на Кузьминской улице Царского Села, сейчас это Академический проспект, для сводного полка построили деревянные казармы. Там же отвели место и для размещения части конвоя. Часто сам император Николай II проводил высочайшие смотры именно в Царском Селе, не говоря о том, что Александровский дворец становится его любимой резиденцией. В ратных палатах Федоровского городка планировалось создать музей Первой мировой войны. Потом превращено в один большой лазарет, а на территории Казанского кладбища было похоронено более 3000 георгиевских кавалеров. В годы Первой мировой войны в Федоровском городке был развернут госпиталь, где работали великие княжны Мария и Анастасия Николаевна. Работали как простые сестры милосердия. Пари, пяти сюре дома, коллекция Эрмитаж. Судя по всему, это очень модная и, видимо, парижская коллекция. Цвета, как
которые во все времена свидетельствовали о благополучии и, может быть, даже богатстве. Такой в виде купола, я бы сказал. Давай, забирай! Картина неизвестного автора, бал в зале благородного дворянского собрания 1870 года из книги «Правила вежливости и светского этикета». Издательство «Белый город», Москва, 2007 год. А книга была напечатана в издании типографии Тихонова в Санкт-Петербурге. Бурная деятельность Петра Первого и в моде принесла коренные изменения. Указом от 4 января 700 года, подписанным Петром Первым, дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и было приказано преобразовать моду с господством во французский манер. Я вот думаю, тут надо что-то говорить. По-моему, все понятно. Я имею в виду даме 19 века. Это бальное платье, принадлежащее Екатерине Васиной. Хотя исторические аналогии, безусловно, налицо. Знают, что Коломбо — это знаменитый детективный сыщик. Коломбина — это его жена. Вот именно в таком костюме она ходила по дому, когда Коломбо вел свои расследования. Еще в 19 веке. Видите, костюм отличает расширение книзу и сужение до ленточки на шее. При этом ленточка на шее более зеленого цвета. А в самом костюме встречаются разные цвета, всех и не перечислишь. Ирина Цветкова. Гончарова. Бальное платье. Наталья Гончарова, жена известного поэта, однофамильца вашего города. Поскольку ей периодически нужно было обновлять дуэльную биографию мужа, часто приходилось бывать на балах. Для этого необходимы были специальные, изысканные бальные платья. Одно из таких представляет Кристина Соболева. Наталья Гончарова, бальное платье.